Bricker! И ответы тут. Я чувствую. Смотри, он в воздухе, блин. Хорошо, что здесь работает. Не нужно, короче, пересаживаться у разрушителя. Только единственное, что плохо сделали, что может любой желающий выбить с машины человека. Будет выкидывать. Так, валун. Ну вот, пушечный залп, это помощники. Второе сиденье. Потом, что еще есть? Загрузка в катапульту. Что, нам танка не хватает? Не знаю. Они там вверху где-то что-то говорят. Ну что вы там? Саша, у тебя есть связь с Догом, не?
У нас танка нету и кота нету, блядь, которые должны зайти. А у первой десятки чего у Абюдаби там как? Ну, сани нету, пока еще не собирали. А вот срез это будет как третий статик, да, получается, завтра который? Да. Фу, я пришел. О, вовремя. Что, собираете уже? Нет, даже. Собирать. Чё говоришь, Кирилл? Связь с Догом есть? Нет, что-то Антон нас так подписался, блядь, а что-то онлайн его нету, блядь. Ну, я ему вообще писал вчера, что, типа, ты, ну, там, он посмотри, подписался. Если что, предупреди. Он тебе ничего не писал? Нихуя не писал. Ну, мне он написал, что сможет. Ну, напиши ему в Дисе, хотя бы. Может, он на твинке? Да не, он не такой, блядь. Ну, в Дисе нет онлайн? А, вот он с телефона сидит. У вас так-то фул, да, его только нет. Ну, его и Кьювикса нету, два тела. У меня тут чек. Так, Женек. Конец. Че, в 10-1 перемещаться или куда? Или здесь стоим? Да пока сидим. Да давайте, да пока сейчас, не собрались сейчас, еще. Сейчас да. Соберемся, потом развалимся. Ну можешь типа вместо Кювикса Женька, если вообще не пишет. Да и мне пишет. Ну сейчас разберемся. У меня ОКО есть, если что, я могу его взять. У меня Войд зашел на какого-то ДКшника, гибрид, ну, короче, с дабл-бафом, со всей хуйней. Если Дог зайдет, я ОКО возьму и все. Пойдем без миллигрита, значит. Саня, Тиньлао тут? Слышишь, Саня, дай мне стак рыбы. То я Егору давал, он всю, что этот вчера в рейдах все поставил, что моя была. Давай, давай в этом лайке встретим. Давай в колодец сейчас прыгну. Колодец прыгай. М? Давай возле этого, возле банка этих. Ну, не банка, а аукциона. Давай, я тут. Тебе стака хватит? Я думаю, да. Хорошо. Красиво оставил. Ну, есть рыба еще. У меня фул, по сути дела. Мне вот сейчас только что-то Макс не заходит. И Тень Лауса. Я тут. Я тут. Сейчас, подожди, сделал себе эти фоски, ебан. Ты можешь в Дисе набрать Дога? Пять минут, я... Десятку поставь. Шо-шо? Санёк, десятку поставь. Сейчас поставь. В Дисе поставь. Спасибо.
Не, Женек, у нас фул. Тебе дох написал, что 5 минут или нет? Да. Все, тогда ока идет и все. Че, погнали, короче, в 10.1 мой статик. 10.2 все пошлите, кто со мной идет. Лук нахуй, ебать. Все, 5 минут. Сейчас дох зайдет, ока тогда с нами идет. А Дэн где, что-нибудь пойдет? Дэн на работе. Че, давай шкаф тогда суманемся. Ювикс не зашел, поэтому пойдем без миликрита. Рыло-рыло, блядь, тремор поставь, сука! Водомир, ты кто? Что угодно. Тебя уже возле Ульды, спасибо. Че, можно заходить в нас? Ну да. Ля. Так, давайте мне боссов ебаного рот колбить, походу. Ты еще до босса пока доедешь, охуеть можно. Что, давайте, блядь, ну сейчас по машинам поделимся, долго, блядь, потом ждать, нахуй. Не, ну поделиться-то можно. Смотрите, короче, у нас... Да, есть две трофейки, блядь, вот раз-два. Есть он вдали стоит в осадной машине, есть разрушители. Вот смотри, Егор, я сажусь в разрушитель, ты садись ко мне сюда. У тебя там должна быть способность крюк, она будет ловить колчедан. Оно типа будет сверху, блядь, там он летать. Ты его подбиваешь, блядь, и потом крюком ловишь. Есть там у тебя такие кнопки? Да, подцепить ящик. И сюда, то же самое в трофейный разрушитель Void садись. И к Void'у садись Арчи к нему. Вот в которая вот эта, которая стоит. Он задом едет. То же самое. Будешь нажимать крючок, блядь, тянуть нахуй крючком колчедан. Угу. Он на троечке, все, вижу. Да, повышать скорость, не клацать и не тратьте его, блядь, только там, если в критической ситуации он нас догоняет. То же самое в эти, в трофейные осадные машины. Два человека, садитесь по два. Кто-то вас за руль, кто-то, блядь, во вторую, блядь. А, Кирюх хотел спросить, смотри, а вот тройку жмешь, он что, как-то автоматически наводится на него? Нет, его надо выбрать левой кнопкой мыши, тыкнуть по синей хуйне. Сейчас поедем, потыкаем. Окей, все. Садитесь по два человека в эти хуйню, в трофейной осадной машине, блядь, два, и он во вторую то же самое, вторая стоит, то же самое, двое садитесь. Девятый человек в мотоцикл, и один мотоцикл долго, или кто там придет. Да. Садитесь вот сюда, в эту машину, два человека. Ока, иди сюда, говорю, в эту машину, блядь, два человека. Вот я стою возле палатки, нахуй, стоит здоровая хуйня. Один их кто-то, в нее садись за руль, блядь. Можно метки поставить. Машину. Второй к нему, Мамура, иди к нему тоже садись. Сейчас, секунду, парни, аддон настрою, подожди. Видно, где ты стоишь. Так, куда Мамури садится? Вот, с левой стороны стоит, вот, иди сюда. Большая машина стоит, которая осадная. Садись туда, во вторую этот. За рулем Ока сидит, ты к нему в пушку садись. Так, на мотоцикле у нас остается, получается, Суф. Где второй мотоцикл, блядь? Где-то тут. Второй в центре стоит, он в него дох сядет. Они Суф, ты там шаришь, что делать? Ну, вообще... Вообще босса замедлять. Да, сльешь эту залупу, блядь. Тут кто, блядь, в этой... В трофейке, это походу я. Это у меня тут таран, это закинуть человека. Обычным броском. А вы потом стаки с него скидываете и все. Ну мы лужу эту поджигаем, оно его замедляет, блядь.
Да, ну... Все, поехали, ломаем всю хуйню, маяки все это, изюмо делаем, блядь. Маяки ломать не надо, просто по центру проехать, все. Они, этот, не включены из хардмод. Просто вот эти башни, откуда мелкие выходят, надо сломать и все. Ну, я жарю, маяки, это ж называется штормовой маяк. Я просто подумал про башни. Не-не-не, я жарю, маяки. Вот эти все, что в середине стоят, столбы, все хуярьте. Арчен, камеру вверх подними, видишь, вертолет летает, такая хуйня. Вот эти ее надо будет сбивать, блядь, и тянуть. Можешь сейчас сразу позбивать, пока ездим там, и единичку в промежутках тыкай. И потяни, вот они, сейчас я подъеду. Попробую подтянуть, Егор. Получается? О, вот так вот и надо делать. У меня чуть нихуя не тянется, нахуй. Ну, может, он перехватил в воздухе, такое бывает. Сейчас подъедем еще, вот, вот выбираем цель. А, он исчез. Здорово, этого пиздим все. Тут у мопеда на шестерочку хил еще. Если кто будет разбит, там не успеет починиться и говорить. Вот, тяни вот эту. Выкиньте с меня с мотоцикла, нахуй. Нахуй ты в него сел, блядь. Я, блядь, я же говорю, этот колчедан не проюзывается. Хуя. У меня эта цель что-то во все стороны вот так крутится, вертится, нахуй, пиздец, Су, высади его нахуй. На мотоцикл нажимай второй кнопкой, там где он сидит, нажми высадить его. Кому где, подожди. Арчи, а ты... Я не ебу, я не могу с него вылезти, нахуй, у меня нет кнопки слезть. Да, блядь. Где? Ну релогайся нахуй. Пускай должна быть слезет, нет. Пускай Сув слезет, блядь, ты пересядь на место водителя, попробуй. Не могу нихуя. Бля, ебать, понабирали, сука, дебилов, блядь, по объявлению, блядь. Оно даже не понимает, где, сука, коляска, нахуй, где руль, блядь. А как ты с моей машины слез-то, блядь? Сейчас я сам. Я говорю, я пытался вот эти хуёные колчеданы ловить, и нихуя не ловится. Егор, а ну поподбивай колчедан, блядь. Просто смотри, в воздухе его может другая машина перехватить, а вот... Блять, я сейчас сам пересел. Хапай, блядь. Хапай, Егор. Да лови, блядь. Хорош. У меня хоть нормальный человек попался. И сразу знал, что алкаша брать нельзя, блядь. Арчи, попробуй релогнуться или что там. Попробуй суициднуться, ебани в окно, нахуй. Сейчас я сам себе, блядь, еще притяну. А, это что, не колчедан, вот эта хуйня? Хуйня какая-то. А, вот он, колчедан. Егор, еще бери колчедан. Там только возле босса не будем, блядь, брать, а тут будем. Опа. По пол ляма хуярю колчеданом, блядь. Ну типа я сдохший появился, чем мне. Ну понятно, ну лох ебать. А где второй мотоцикл? Где? В центре. В центре, да? Он там стоит при входе. Что там дох, блядь, раздуплился или не? Я нихуя не пойму, блядь. Написал Саша, что через 5 минут зайдет, блядь. Так, что там у нас маяки? Все сломали. Мобы не идут больше ниоткуда, а бой скинулся. Так, вроде... Вон платформы светятся, кстати, хилы. Чините там, если кому надо. Так, смотрите, давайте сейчас идите все сюда в середину, к утюгу. Не надо туда ехать налево, кто там поехал. Сейчас вот этих мобов всех разъебашим, кроме вот этих двух, блядь, больших. Двое больших, когда убьем, босс активируется. Надо сейчас вот этих всех лишних развалим, нахуй. Блять, говорю, больших нягрите, Егор, нахуй ты туда стрельнул, блять. Ну один, пускай там стоит, этого можно разъебать. Не подъезжайте туда, то сейчас еще второго сагрите, дайте все назад. А босс двигаться там не будет, он будет стоять ждать. Я уже заходил в десятку.
Здесь не колчедан, нихуя не сбивайте, не собирайте. Пусть все, блядь, так и будет. Нам, блядь, потом не хватит, нахуй. Хуй его знает, будет он резаться во время боя, не будет, блядь. Нажал, короче, на это, на шестерку. Полностью восстанавливает здоровье ваши пассажиры. Набор первой помощи. Не работает нифига. У тебя пассажира нету. Этот арчик у меня уже в машине. Да, да, да. Не трогайте колчедан, говорю. Нахуй вы его сбиваете, блядь. Я думал, можно хилить вас, а нет. Ну чё, на круг? Встаньте вообще? Все, все, и стойте. Заехать, зайдите на круг, на вот этот зеленый он. RX-214. И подчиниться все, но хп восстановит машине. Ебать, разрушители медленно ездят, пиздец. Ну, мобы, кстати, пошли, идите сюда, где круг. Там же еще должны быть маяки, блять, нахуй, наверху. Внизу, блять. Я помню, они где-то, блять, бежали. Ну, они еще будут резаться, блять. Ну, точнее, бегать. Надо, блять, разваливать нахуй все. Короче, я поехал с Егором вниз. Там все нахуй, там всех нахуй поубиваю. Вы наверх туда поднимаетесь. Ты стреляй тоже, там сидишь, у тебя тоже выстрел есть, стреляешь? И едьте кто-нибудь сюда ко мне на мост, блядь. Ходер, блять, его по сути не надо вам. Да и похуй. Может разведем, да? Да всех развалим, нахуй. Ну вот у меня с этой с башни холода мобы пиздуют, бля. Все. Это что за залупа? Какого хуя не идут, если башня ду? Все, блядь. Так, прочекайте. Мобы ниоткуда не бегут, мелкие, ни с какой стороны. Ну, внизу там, где робот этот здоровый, есть еще штормовой маяк. Его надо ебануть или нет? Воет. А, что говоришь? Внизу есть и наверху штормовые маяки, такие, которые мы поломали в середине. Их надо ебануть или нет? Я не да помню. Да я хуй знаю. Не, ну мобы не идут, если вот на суфа кто-то... Ну все, мобы не идут, блядь, значит. Не, ну вот на суфа идут мобы, вот потому что там маяк, они с маяка пиздут. Идемте наверх, возвращайтесь все сюда и на... уходите направо. Да, сюда. Вот сюда, вот видишь, это куда вы сейчас идете, вот туда заехать. Там вроде пару маяков есть, с которых они идут, и все, потом... Тут даже большой трэш не надо. О, скорость заебись. Не, Егор, не надо. Ломать вот эти все маяки, блядь. Башню-то на... Башню тоже придется хуя. Ебашу с роботом, нормально, блядь, все. Ты видел, как он прилетел, блядь, скорость? Ну, вообще не так. Пульт уж геодата, охуенно.
Хуярим вот эту башню сейчас, и он маяк в углу в дальнем. И все, больше никого не агрите лишь. Все, спускаемся вниз, обратно как приехали. Че, мы босса скоро будем бить? Да. Сейчас сдох приедет. Походу по притяжке прилетает. Сейчас дух придет и будем бить. Короче, смотрите, блядь, ну, я и Void шарим, как бы, что делать. Мы будем там стакать колчаном все остальное. Вы точно так же, блядь, бьете. Босс каждые 30 секунд будет менять таргет, блядь. Соответственно, от него надо съебываться. Потому что если он вас будет догонять, хп у вас закончится очень быстро. Льете масло, поджигаем, блядь, все остальное. Наверх никого закидывать не будем. Хорошо, Егор. Давай вот тут где-то, Егор, вне боя, этот, вот тут подсбей колчедан и подтянешь, чтоб у нас полтосик был, блядь, на пуле, блядь. Круг резает колчедан, ну сейчас посмотрим. Да, резает, заебись. Собирай. Вот эти красные, это что за хуйня летает? Там вроде как аптечки. А чтоб колчедан собрать, все, надо все, на него навести, да? Да. Наводишь на него, блядь, нажимаешь скилл. И рейндж 50 метров. Если ты далеко будешь, ты просто не дотянешься, не будет крюк тянуться, блядь. То есть водитель должен в рейндже видеть визуально, что это в рейндже должна эта хуйня находиться сейчас. Вот. Все починились? Там как-то разъезжаться надо или... Встанем, блядь, ну типа я, например, слева, вой там правее, блядь. Ну, мы все равно будем в течение боя ездить, блядь, потому что, блядь, колчедан надо, ну, типа, собирать будет нам. Вы просто ебините босса, толкаете его, блядь, а если он за вами, блядь, съебуйтесь, все. А мне что делать, говори? Войд будет ездить, бить босса, ты видишь, блядь, что у него колчедан заканчивается, подбиваешь его, соответственно, хукаешь в себя, блядь, все. Можешь тоже стрелять по боссу, у тебя там кнопка есть. Задача тех, кто сидит в этом в разрушителе, чисто, блядь, тянуть колчедан, когда видишь, он заканчивается. Ну, то есть, вот у меня всего 50, у меня, блядь, выстрел стоит 5. То есть, блядь, видишь, что у тебя, у Войда там 30 или 25, и он дальше разряжается, тянешь новый, блядь, чтобы у него был, блядь, фул рага. Угу, понял. То есть, там надо будет, я не знаю, там 3-5 раз, блядь, от силы это взять, и мы его уже запиздим к этому моменту, блядь. Сейчас настакаем на нем до 10, и все. Ждем Дога, Дог он в начале инста, Мотик там в середине, пусть садится. Там портал, там, а, ну да, там мотоцикл. Это ж на Мотике, блядь. Тупо мотоциклист, Дог. Тут просто, когда вайпаешься на боссе, все машины появляются здесь, и можно чисто с портала сразу сюда и по машинам рассаживаться. Ну, будем надеяться, вайпаться мы не будем. Слышь, а мне повышенную скорость прожимать, или ты сам, у тебя есть такой же скилл? Шо-шо? Повышенную скорость мне надо прожимать, или у меня моя задача... Она тратит, блядь, по-моему, колчедан, да? 25, да, тратит. Ну, пока не надо лучше. Слышите, сейчас дох приедет, надо будет попробовать каску ебануть, блядь. Оно у машин хп увеличится или нет? Почему оно разное? У, блядь, разрушителей хп разное, а у этих одинаковое. Потому что оно тут скалируется от хп, блядь. А типа, если в машине сидит танк, то типа, блядь... Ну, оно, я так понял, от этим левела скалируется, не от того, что танк ты или нет. Говорили про... Дох, ты в дискорде, нет? Ты знаешь, что делать? Под боссом разливать лужу. Все, вопросов нет. Поехали. Как вы будете? Все, тут изи должно быть. Короче, я чек не могу дать, все вроде тут, поехали, блядь. Ебенем этого грача, блядь, он выходит, под... и начинайте колчедан уже подбивать. Штук 5-6 бейте в разных местах, и все, пока. Док, давай жижу это заливаем, правильно? Грамотно. Да, кстати, сейчас можно вот тут вот разливать, только вы в огне не стойте. Вот кто-то уже продамажился, блядь. Не стойте в луже, блядь. Да, лутон, урон лишний не лутайте. Сейчас он будет выезжать.
Ну, насадка, блядь. 10%, 15% уже хп снес себе, блядь. Тут проёб по хп, ребята, это критично, блядь. Это не Накс вонючий, нахуй. Так, давай тогда, Вой, ты с той стороны будешь собирать, а я с этой, если что, колчедан, там оно так поделилось как раз. Тяни, Егор. Тяни хуйню эту сразу. Да, нет. Сразу тяни, сразу, пока мы здесь. Да хуйня, он уже сдох, бля, видишь? Чуть отстой, чуть заеди. Это все, что ли? Да все, а убили, что? Блядь, нахуй. Что это за чмо было вообще? Фу. Это кто? Ну, какой? Это просто еще легкий мод, тут как бы, ну, 219 только. Кастетик мой, сюда, Вася, нахуй, блядь. Убили, что ли? А. Да. Что-то глазом моргнуло, он уже сдох. Ну, это простой, потому блядь. Что это изи мод, блять. Нахуй, у него в хард моде, блять, хп, блять, в 5 раз больше или 6. Запы надо кому-то, нет? Да, конечно. Защита, уклонение, блять, меткость. Дох или там этот. Рольте кому надо. Слушайте, перебьется. А вот смотри, вот почему у нас сейчас колчедан не израсходовался? Я просто. Расходовался. А в машине нет, ну я не тяну, потом он говорит, тяни. Оно у тебя не отображается, но у меня отображается, типа у водителя. Короче, кому отдавать запы? Дох тебе надо, нет? Ну, типа у нас МТ, блядь. Кто-кто, дох? Да. Ну, забирай. Кому нужней? Короче, я дам Егору, блядь, если там ему не сильно надо, он разберетесь. Нет, 213. Требует инженерку 415, кто может его разобрать, нахуй? У кого есть 415 больше? А ну, подойди сюда. Каждый за себя поставил. А ну, блядь, разбирай быстрее. Запчасти тупо. Бегом, блядь, кто успел, нахуй, того и робот, блядь. А чё там? Чё я сесть не могу на коня, нахуй? Ну что ты сам конь. О, перегрузочный конденсатор X5, красиво, блядь. А какой-нибудь есть инвалидная коляска? Ну, посадить меня, нахуй. Всё, блядь, допился, нахуй, парализовало, блядь, уже, нахуй. Походу, блядь. Ну что-то странно, этого, блядь, нету, как он называется. На конях не могу ездить. У всех такая хуйня. А че вы, блядь? А, ну да, я тоже могу там сесть. Ну ладно, похуй. Ну че, первый Острокрылый или Игнис? Я не знаю, давай, наверное, Игниса ебанем, блядь. Го Игнис. Этих по одному надо бить, давай, ничего. Слева вот цепляйте и бафы, блядь, по одному говорят, нахуй. Ебаните там хоть какие-то бафы там, блядь. Лапу, каску, блядь. Владимир, дай кулак по руге. И тотем от огня ебаните. И ауру тоже. Или. Кеньлау говорит просто, что хардмод не работает. Понял, на утюге. Я думаю, если мы сейчас все ебанем очень резво, мы можем сходить там на Акс еще десяточку. Да мне уже что гонишь. Ну кому-то может надо твинками. А что такое остановка системы? Да что мне за чип? Да просто убийство. А нам дали такой чип? Да. А, мне что-то забагалось нахуй, как обычно, блядь. Спасибо, Сиру. Блядь, я не понимаю, почему я, сука, на коня не буду сесть, блядь. Да на каком? Если на тебя комбат, блядь, висит. Вот это вот, сука, это по-любому вот это...
самое говно, блядь. Это из-за вот этих маяков, блядь, какие-то там начали. Мобы ебаные, блядь. Ебать эту моба в хп по ляму, блядь. Стойте все и хильтесь, блядь, ешьте, я хуй знаю. Спускайте сюда вниз, блядь, сейчас по одному, не по два, не по три, по одному, блядь. Вот этого, блядь, цепляйте. Лок может в изгнание, по-моему, кидать вот этих... Цепляйте вот этого одного, блядь, пока он один. Веду немножко. Ну, вот этот каз сбивать. У меня ДПС 101 тысяча, блядь, нормально че не, блядь? Ну, это с Левиафана же. Он же, блядь, рекаунт забагался, нахуй. В изгнание, по-моему, может кидать лок, если не ошибаюсь, если типа много сали. Не получается. Его сюда с комнаты выводить нельзя, невосприимчивым становится. Сейчас я А, это в изгнание выкину, понял. А, проверил. Все, поехали второго, блядь. Тут очень много мобов можно копать или разбирать, поэтому кого есть профы, ебашьте, там лут стоит каждый за себя. Ну, еще крафты карты. Боже, второго ебани в изгнание. Каст, по-моему, сбивается, да? Угу. Станы. Сейчас я почки скину сейчас. Я дам. На рывок, по-моему, демнишн, да нет, ну ладно. Ну, проверь. Что тут, я не помню, в десятке? Мобов этих поджигать надо, блять, или нет? Да. Ну, типа, сколько хп у него там? 10 лямов. Ну, по сути, надо будет раскалывать. Ну, там что там, этот, кто там поводит? Или я повожу, или кто, блядь, как? Ну, кто хочет. Босс кастует лужу, по луже водишь мобов вот этих. Они такого цвета, когда становятся, типа, 10 таков они будут. Перед ебалом у них не стойте, оно, блядь, больно бьет. Бать, у трэша хп лям, нахуй, я ебу, блядь. Же по три, нахуй, сделали, блядь. Что, там надо, может, кому фласки, нет? На СПД. Давай обмен, если есть. Рыбка тоже есть, да, у кого? Если еще. Да, да, да. У меня тоже 30 сейчас... лежит. На запас надел. Не подходи туда, блядь, еще сагрится нахуй сейчас, блядь. Короче, босса будем танчить вот тут, я так понимаю, возле воды ж, правильно, блядь? Там поебать, на самом деле. Просто он лужу по это подкастует против. Ну, если просто здесь стоять, понял, место для маневра больше, лево-право, блядь. Там типа две лужи, ну вторая появляется, чуть они в две стоят, и она исчезает уже первая. Просто с лужи с места на место водишь, две точки, три. Блядь, иди какая-нибудь шмотка с трэша, блядь.
которая нужна людям, блядь. Там еще видишь, что хуево с этим боссом? Он ходит медленно, как дурачок, блядь. И он еще чаржится, когда в ковш берет кого-то, он чаржится. Типа, ты стоишь далеко, у тебя чаржится. Блядь, рестарт 25 минут. Ну это вот точно успеем. Ну это да. А, ну и там топот, короче, будет. Он будет кастовать там 3 секунды, что ли. Нужно будет стопнуть каст. Если не стопнуть каст, там сало на 8 секунд, что ли, вешается. Или на 10. Это самое хуйня здесь. Проверяйте бафы, блять, всю хуйню, как всегда, блять, нахуй комбат, блять. Дайте на всех комбат. Какая рыба, блять? А, ну да. И столько релогнется. Так и релогнешься, сдохнешь, блять. Или вообще нахуй в начальную локацию выкинет, блять. Значит, без рыбы, блять, будем. Во, вот эту хуйню надо отслеживать кастером. Следите, когда каст, блядь, стопайте, нахуй. Это как вот в ЦЛК, нахуй, на скелетах, когда, блядь, кастует, нахуй, каст сбивает, блядь, потом стоите, дрочите в балыбу, блядь. Смотри, как ковш написали, шелковый, блядь. Дох тогда пускай на боссе висит. На тебя пускай дох, кинь билку на ДК. Я буду напуливать в дога, ты тогда води трэш. И дох, там лужа будет, с лужи выводишь его, блядь, и все. Вы объясните хоть немного, что вообще он из себя представляет. Я его вижу. Я линканул, кастеры отслеживают струи, блядь. Видишь, каст, струи, стопанул каст, не хилишь, не это, не кастуешь стрелу тьмы, ничего не делаешь. Когда падает, он есть сразу. Когда кастует, блядь, стопайте каст свой, блядь. Он прокастовал, все дальше бьете, все. Да. Все? И тупо туннелить босса? Да. В лужах не стоять, блядь, и все. Еще один, да, блядь, такой же. Это легкие боссы, пацаны, блядь. Это начало, блядь, инста. Тут нету суперсложного нихуя. Люльда сложная. Хуйня какая. Ну, она сложная в хардмодах. А не вот когда мы просто пришли, как банку его запиздили, блядь, и все. Ты на утюге, на вот этом, которому первого закидали, когда у него в 5 раз больше хп, со всех сторон идет трэш, блядь, нахуй, какие-то цветки ебаные, которого хиля, тапает ему урон и всю остальную хуйню. Он, ты видел, мы его в зиму дебили, блядь, и то сдохли, блядь, машина сдохла. А если бы у него было в 5 раз больше хп, блядь, о чем речь? Да, ну мы там подохнем просто и все. Сдохнем через, блядь, 2 минуты после пула, блядь. Я чекнуть не могу, нахуй, потому что, блядь, комбат, нахуй, ебаный. Все готовы. Погири, скажите, если надо будет. Да спор тут и все, блядь. Давай это, дох, смотри, сейчас скажу, когда пейте поты, блядь, нахуй. И ты потом после этого, блядь, пулишь. Раз, два, три. Выпили. Пуляй. Он его поставит, Геру даже. Так, и стили, что те захуяю тогда? Геру. Больше некому. Уводи, блядь. И чё, меня куда посадил, ебать? Ну ковш, ковш это, блядь. Хильте ковша, его. Хильте его. Поставьте ауру паладина. А, есть огонь. Всё. Вот в этой луже не стоять, блядь. Вот эта, которая красная хуйня. В этой луже я бегаю с мобом. Сбил, сало кому-нибудь повешало? Вот. Сейчас на нем настакается 10, он станет красным, я его заведу в бассейн. Он периодически чаржится, поэтому дох собирает. А что-то я не вижу, стаки пропали на нем или что? Выводи. Пиздец. Отводи чуть-чуть. Чуть-чуть, все-все-все, вот так. А, так, в центре станет. Так, отводи. Это самое, РДДшники, повернитесь, мобов вот этих замороженных, кританите по ним, быстрее-быстрее повернитесь, кританите по мобам. Они, это, взорваться должны. Прожмись там. Смотри, если там появится... Отводи. Док, если что, перехватишь, если я где-то буду в бассейне. Вот моб идет. Заводи его. В ц
центре лужи, походу, надо пробовать по краю. Только в центре, там где горит, именно ни с краю не работает. Отводи. А, каст, каст. После этой хуйни, по идее, лужа, да, появляется? После вот, который из рук кастует. Вот, ожог он кастует, блядь, после ожога появляется лужа. Дох повел сразу. Да что происходит? Че он, куда мне понес нах? Кританит, типа, мобу в бассейне стоит застывший. Крит, крит по нему, поебашьте. Он взорвется, вот. Все-все. Вся механика, мобов заводят, блять, нахуй, в луже не стоять, блять, каст топнули. Все, блять. Все, еще одного завожу, сейчас застынет здесь. Вот застыл, кританите по нему. Моб. А, радиус взрыва там 10-15. А чё он меня постоянно, блядь, забирает? Я что-то не так делаю? Или чё, блядь? Он случайно. Ну, по очереди. Он случайно. Ну, кого-то рандомного. Может, там 10 человек, 10 раз подряд одного и того же все. Там даже ачивка какая-то есть, блядь, что он выжил. Да, это быть в пузе у него и убить его, блядь. Ну, на Арчи залутал ачив, да? Угу. Все ачивы он лутает, блин. Суф, Егор, Асмодей, Мамура, Арчи. Это те, кто были в горне, да? Заморозил моба в лужу, убейте. Стрельните туда кто-нибудь быстрее. Завожу в бассейн. Каст. Заморозился. О, убейте. Меня красавчика. Убейте, повернитесь, убейте. Там один крит, вон, нормально. Бля, ебашит, что сука дурака, нахуй. Я ебу, блядь. Ну там хотать надо, пиздец. Цу вон уже без маны стоит. Надо что-то заливать. Вейнер через 40 секунд будет. Банка есть на ману, Суф? Я буду уже. ШП, подосисти там молитву восстановления, если шо. Сейчас делаю. Или гимн, не бани вообще. Сзади веду к бассейну, сейчас он застынет. Только смотри, чтобы я отошел, чтобы не мешал. Хлопайте его. Сзади можно. Каст. Ну а следующий даже заводить не буду, пока еще. Да, отведи его, потому что трейдер. Все, добивайте это дерьмо 700к, блин. Арси, как ты? А он меня взял в эту хуйню свою, я сдохну. Служи, служи. Не вставай, лежи. Вот шлаковый кош 5. Все. Ну по 5к хуяр. 5500. Я думаю, тут надо тех, кто худые, блядь, сапроты пить. Этот суши был не такой простой на самом деле. Рейтинг пробивания крит меткость. Это, блядь, деду надо нахуй, блядь. Буешка, вот эта хуйня. Кольчуга за 5. Запад, да? Запад, да. Давайте запад двинем нахуй, потом бабки разорвем нахуй или в ГБ закинем. Фиг реснешь, блин, а? Да, тут не реснешь, блядь. Арчи, вставай, заходи в инст, там портал есть. А я своей хуйни взял. Зря. Нам может понадобиться. Слушайте, давайте, знаете, что, на ком бой, может, сдохнем, пойдем Тогда давайте просто все сдохнем, да и все. Дох, тебе нужна эта, блядь, хуйня? Огнестрел. Ну, у меня какая душа. Можно понять? Ну, она просто с арпой, блядь, я думаю, тебе это лучше, чем... Ну, она мне как бы арпа тоже нужна, но она не дает агилы, поэтому, блядь, на тебе дам. Она и апы не дает. Она мне вообще, кажется, больше нахуй на танка, блядь. Никуда говно натурально говоря. Чисто, блядь, ради арпы, блядь. Ну да.
и хита, и все. Так, а ну давайте вправду. А ну стой, идите сюда, блядь, трэш вот сейчас ебанем. Может, да. Сейчас какой-то этот шмотрик упадет. Сейчас вот этот трэш убьем, нахуй, потом, наверное, сдохнем, блядь. Залетим заново, блядь, в инс, потому что без рыбы, блядь, без всякой хуйни, это чистая залупа, блядь. А потом хурибут будет еще. Да, в натуре будет трибут, поэтому сейчас этот трэшик почистим, блядь. Слушайте, ну так, для банальности. Ну, босса я понял, но вот я суть не понял, мобов, вот зачем мы их, типа, там, что-то замораживаем? Его типа... поджигаешь, блядь, вот он появляется синим. Ты его, подожди, идем на одну сторону, направо, и мобов по чуть-чуть. Ты его, появляется моб, он синий, ты его заводишь на огненную лужу. На нем стакается 10 стаков. Потом ты его, типа, заводишь в речку, ну, типа, он резко остывает, блядь, понял, суть в чем. И после этого по нему один крит, он сдох. Угу. Или, блядь, бить его, у него хп дохуя. С купола выводить. Техник купол дает, с купола надо выводить, там по ним дамаг снижает. Ну вот, выводи с купола. Ебать, у него 6 лямов хп, братва, это, блядь, хардмод сейчас будет, еб... Да, сердце попробуем. А мы ебанем сердце 100%. Сердце будет, блядь, хуйню хп, блядь. Мы за гиру рванем его, блядь. Тем более будем в одного танка, блядь. Дох спекнется в армса, блядь, ДПСа будет ебать. Кто сагрил, блядь, с той стороны, блядь? Там фири моб, наверное. Там, наверное, который фирнутый пришел туда. Выводите с купола сюда в кучу всех. Притяжка сбивается. Станом, скорее всего, техника. Вот он каст купола дает, можно сбивать. Мы попытали умереть, че. Нет. Да не, умирать надо, надо полутать мобов, блядь. Что там, 14? Ой, еще можно всех разобрать, блядь. Да. Выводи с купола, блядь. Там кто-то нову дал. Выводит. Кто-то нову дал, ебать. Настолько магов дохуя, блядь. Ока, блядь, не надо их примораживать, блядь. Ооо! Это кайфово. Агри мобов по чуть-чуть. Кто-то фернул, он побежал нахуй по всей комнате. Хорошо, что босса, блядь, не привел. Не хватает. Ничего, тогда лечь надо просто и все потом. Так, лутаем, успеем, блядь. Там одного моба, блядь, убили, нахуй, убили полчаса, блядь. Там ужас. Да не убегай никуда, сдохнуть надо, бой скинуть, блядь. Добил. Хуй, там бой не слетел, бля. Я пошел сдыхать тоже. Угу. Не заходите пока. В инст не заходи, дайте тоже сдохну, бля. А то на всем инсте висит, бля. А чё, пацаны еще ничего не убили, что ли, бля? Не, они убили утюга. А чё-то ачивок, ну не видно их просто. Все, заходите все, вы стрессайтесь, там сейчас портал будет. Боя вроде нет, на коня может садиться, блядь. Он портал такая шестеренка, блядь, на него нажимаете, блядь. Какая? Вот, телепорт Ульдара, блядь. И выбирайте второе. Ой, третье, блядь, второе говорю. Вольно, а что там рестарт, блядь, будет, нахуй, нет? А, 12 минут, заебись. Ставьте вот тут на входе, блядь, рыбу. Где? А что-то разобрать. М? Кого? Разобрать их нельзя. Я тут не всех можно разбирать. Интересно. Ты же, ну если вы зимой его убивать, блядь, я не знаю, тут минуты за полторы можно 6 лямов убить, блядь. Даже, наверное, быстрее, блядь. Ну попробуем хардмод, блядь, и зимод нам не интересен, блядь. Мы сейчас еще острокрылу ебанем, чтобы нам 2 минуты берсы к нему добавилось, блядь, а потом этот кулак, дайте, кто там кулаки у нас ответственный. Че, справа добиваем, да? Да, да, только, блядь, не фирьте нихуя и лишних не агрите, блядь, пизди. Они все вместе загрели, да я думаю. Мне лук нахуй нужен с него. А мне щит нужен, пиздец, я не могу. Ну, щит, блядь, что? Это с босса, а я тебя с трэша. А че там за лук?
Да, с критом, с хостой. Да я не знаю, буду я. Ну или, блядь, оставь тогда мне, решай. Я себе для чисто ради арпы одену. Там просто арпы нет, нету ради статов брать. Чисто ради статов, блядь. Ну да. Не, вот меч это неинтересно, честно говоря. Я же говорю, ему меч нахуй не нужен, ему нужна дробяха. Мне либо топор, либо дробяха, либо древковая. Чтобы лучше, клип... блядь, лучше вообще, блядь, в идеале дробяху, блядь, чтобы арпы собрать проще было. Выводи, выводи, выводи. Ну они опять приморожены. Ну, пока... Ока, ты можешь, блядь, не примораживать их нахуй? Попробуйте техников бить, от них вся проблема. Они вот эти куполы сейчас будут ставить, блядь. Надеюсь, хуя ты техника, метку ставлю. Ладно, давайте второго, у него хп уже меньше. Сейчас притяжка. Второго. Ох, блять, больно, сука. Само. Чистый суицидник, нахуй. Че, сейчас курить будем, да? А этих можно копать, нахуй. Можно? Не успел. Ой, я вот это. Уже нет. Так, тут все, мобов больше нету, да? В тех углах тоже нету мобов. Угу. Все, идем кострокрылой, там посмотрим, что происходит. Пульнем или что? Да я не знаю, блядь. Время 9 минут, я думаю, мы не успеем. Там долго, реально, блядь. Ну, а то откатит, блядь. Мя, поэтому не будем. Что значит перекур тогда, да? Ну да. Короче, смотрите, блядь, по острокрылой, пока все не ушли, 2 минуты, блядь, расскажу, что вообще происходит. Короче, появляется такая хуйня из земли, как когда, блядь, корень худовара этот происходит, нахуй, блядь, ивент. Машина такая, с нее выходят мобы. Этих мобов собирают, соответственно, танк, мы их пиздим. Там будут, вот видите, два гарпуна спереди стоят. Надо будет с этих двух гарпунов ебануть в нее, она сядет. Вот в этом круге, который нарисован. Она будет неактивна, просто стоять как банка, и все. Соответственно, блядь, просто ее пиздим, блядь. В этот момент дается гира, и пиздим ее. Потом она взлетит, мы не успеем ее за гиру убить, я так думаю, блядь. Сколько у нее хп? Хотя, может, и успеем, хуй его знает. Посмотрим. Короче, дается гира, мы ее пиздим. Если она успеет взлететь, то же самое продолжается все. Опять вылазят эти машины, блядь. Мы ее опять садим, потом после второго раза, как посадим ее, она уже будет бегать. Но у нее механики там все, как у обычного дракона, типа, блядь, перед ебалом не стоять. Откидывает и все остальное. Сбоку стоим, ее бьем. На станках как по 5 стаков будет, типа меняйтесь. Потому что после 5 стака будет нереальное замедление. И во время всего боя они ее будут водить. Она не будет стоять на месте. 50% у нее фаза. Она не будет взлетать после 50. Значит, успеем. Там мы успеем. ХП у нее не доходит. Так, ладно, давайте все сейчас релогнемся, чтобы не было потом проблем с входом и со всей хуйней. И там через сколько? Через 10 минут зайдем. Ой, что это такое добавили? Где? Ну это, изображение босса. Два танка, ду. Да. Меняться там надо будет. Я отошел пока. Там после того, как на тебе будет 5 стаков, ты не будешь бегать вообще. Они не снимаются, никак не диспылятся. Нихуя. Второй танк забирает, ты стоишь, ждешь, пока слетят стаки, и берешь опять и все. Да, я тоже сейчас выйду. Но... Давайте все тогда в 2 часа через это, через сколько там, минут 7 осталось. Ну, через 10 минут заходим, там есть как раз 10 минут покушать туда-сюда.
авторизация готова. Заходите, ребят. Угу. Можно заходить. Да, я не могу зайти, блядь. Ошибка подключения. Да, у меня тоже не заходит. На первом этаже в начале, по-моему, есть, да, какой-то хуй с ремонтом, блядь? Да. В самом начале, кажется. У меня мамонт есть. Да, я все равно захожу в инст. Я поставлю еще. Там. Я захожу, пускай.